Стилизованная и красочная церемония открытия турнира сразу погрузила участников мероприятия в мир шахмат. Игры, которая уже не одну сотню лет тренирует ум и смекалку. На минувших выходных сразу на нескольких площадках города над Бугом концентрация умников и умниц была повышенной. 400 любителей игры мудрецов приняли участие в большой инициативе фестиваля «Черная пешка». То, что с первого раза такое количество участников, такое количество международного присутствия, в принципе, это, по сути дела, сенсационно, потому что мы не предполагали именно такого серьезного старта. Дай бог, все получится, этот фестиваль будет традиционным и тоже одним из таких изюминок нашего замечательного города. Идейным вдохновителем масштабного действа стала юная жительница областного центра Дарья Скоморощенко. Именно она вместе с мэром Бреста Александром Рогачуком и дала старт первенству. Я уже даже знала, что это благодаря мне. Но не очень-то благодаря мне. Если бы мама и другие люди не организовывали, то я бы ничего не добилась. Самому младшему участнику турнира 4 года, самый взрослый разменял 9-й десяток, что является еще одним весомым доказательством популярности этого вида спорта. Этот спорт очень популярен, и, надо сказать, каждый год он набирает все больше и больше популярность. На данный момент Белорусская федерация шахмат насчитывает более 1300 участников, соответственно, мы приходим к выводу, что этот вид спорта привлекает очень много людей. Даже глядя на те турниры, которые мы организуем, в этом году это был чемпионат Европы во всех возрастах и чемпионат мира среди кадетов, мы пришли к выводу, что этот вид спорта невероятно популярен не только среди взрослых, но и среди маленьких детей. Как признаются сами шахматисты, игра увлекает и затягивает настолько, что оторваться просто невозможно. За решением сложных задач можно провести не один час, но потраченного времени не жаль. Это интересная и полезная зарядка для ума. Я занимаюсь шахматами с 4 лет, мне сейчас 11, я уже занимаюсь 7 лет шахматами. Я выбрала этот спорт, потому что он мне нравится, он развивает ум, математику, логику. И то, что я выбрала этот спорт, потому что я любила читать книги, но я захотела писать и научиться считать и хорошо мыслить. Мне нравится, что там много ходов разных, много комбинаций разных. Ну, что там, много возможностей. А шахматы сложный вид спорта? Ну, да. Почему? Ну, потому что там нам надо много просчитывать всяких разных ходов, ну, чтобы не проиграть. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.